Дорогие товарищи, продолжая мысль о том, что Александр Васильевич Александров является нашим современником, я с особым волнением хочу сказать вам вот о чем. Широким половодьем среди нашей советской детворы развелось юноармейское движение. Одни мальчишки играют в летчиков, другие в моряков, третьи в пограничников. И только в одной единственной во всем Советском Союзе школе города Харькова мальчишки играют в краснознаменный ансамбль. Недавно коллектив краснознаменцев был на гастролях в Харькове. У нас есть очень теплая встреча с этим ансамблем. Там все как у нас. 200 мальчишек, все в форме, оркестр, хор, танцевальная группа, начальник, художественный руководитель, комиссар. Все так, как у нас. И я с особым волнением предоставляю слово делегации этого прославленного, замечательного детского коллектива нашим дорогим гостям из Харькова.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, горячо поздравляем вас с 65-й годовщиной Великой Победы. Спасибо вам, фронтовики, за то, что мы войны не знаем. Мы приветствуем решение президентов России и Украины о городе Севастополе. Гордимся, что это решение было принято именно в нашем городе. Пусть граждане двух братских стран дружно трудятся и вместе поют русские и украинские песни, так, как это делают уже более 40 лет ансамбль имени Александрова и его спутник ансамбль «Красная гвоздика» гимназии номер 83 города Харькова.